Всем доброе утро, моя кашка любимая. Кто бы что ни говорил, что она выглядит не очень красиво. Ну ничего, знаете, как говорится, с лица воду не пить. Зато она вкусная. Мне она очень нравится с утра на желудок. Она вот такая, знаете, тягучая вот такая. Не знаю, мне очень нравится. Вот, здесь 40 грамм каши, 10 грамм отрубей. И я еще пила 4 грамма масла и пила свою воду с одуванчиком. Получается 200, почти 40 калорий, 235, что-то такое. Вот такой завтрак у меня сегодня. Так что, девочки, праздники закончились. Кто хочет худеть, присоединяйтесь. Будем работать над собой вместе. Вот такая я молодец. Сварила еще варенье еще с одуванчиков, закрыла крышками, это я в погреб поставлю. Так что я сегодня сделала уже два замечательных дела. Первое, это я позавтракала, а второе сварила, развела мед. Вот. Что можно уже и отдохнуть, наверное. Хочу все-таки я вот этот кусочек, эта дорожка, убрать эту траву. Это невозможно. Вот. Сейчас я этот кусочек добью. Что, девочки, я справилась. Очень тяжело. Тут оставила это, они голубики цветут. Я в основном его все поубирала, чуть-чуть оставила, пусть хоть как-то разнообразят. Вот так с этим огородом. Зачем он нужен? Он опять стажок сделала. Ну, это 2-3 сотки. Так что, девочки, кто там говорит, так, хочу дачу, хочу огород, думайте. Потому что здоровье тут надо столько, работы, вот смотрите, это опять стажок, это надо вывозить, тут пырей много было. Пойду себе хоть супчик сварю, что ли. Ну, все, сынулька пришел с работы, это помогает, хоть вывезем этот стажок с огорода. Сварила себе овощной супчик на обед. 50 грамм филе отварное. Супу 400 грамм, 40 грамм бородинского хлеба. Лук не считала.
И сейчас устала, покушаю, через полчаса еще попью, наверное, кофе с молоком и съем мягкий сыр с хлебцами. Обед будет составлять 400 калорий. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. А я буду обедать. Вышла, девочки и мальчики, на улицу посмотреть, что с сиренью. Уже почти рассвело. Пахнет. Ай, как хорошо. Я сирень делаю настойку. Растирать ноги. Ну, я не только сирень туда, еще кое-что добавляю. У меня мама лежала 3 года. Я растирала ей спину. Не было ни одного пройдешня. Ну, до последнего уже как там. За последние там 2 недели там образовались. А так не было ни пройдешня, ничего. Хорошая растирка. Я иногда себе и ноги растираю. Так что, если вам интересно, тоже покажу. Уже, я думаю, можно. Уже она как раз хорошая. Ландыши, теплого мая, привет. Вот вам привет от ландышей. Пахнет. Погода на вечер испортилась. А я вышла, смотрю, и все мне уже нравится. Хоть и травы много, а все равно птички поют. Кошки мои на месте. Одна, вторая траву помогает не рвать. Вот. В общем, все замечательно. Дышится хорошо, свежо. Нравится уже. Ну, такой у меня сегодня ужин. Это консервированный рис с овощами, там кабачок, морковка, перец болгарский, немного риса. Взяла по средней калорийности, 200 грамм, и одно яйцо. Немного развалилось в смятку. Вот. И все равно захотелось кофе с молоком, в обед пила чай. После обеда, можно сказать, даже в перекус там съела 2 яблока больших. Но я там записала, все покажу в описании под видео. А ужин составляет 380 калорий. А за целый день 1215 или 1220. Тоже в описании напишу. Сейчас пошла, прошлась по огороду, на цветочки посмотрела везде. И уже... Понравилось мне жить в своем доме, свежий воздух, цветочки, красота. Ну так, пока устаешь, не хочется. Немножко отошел, нравится. Ой, человек такое существо, не знает, что хочет. То мало, то много. В общем, так сегодня прошел у меня день в заботах, в работе. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я буду с вами прощаться. До завтра. До свидания.